После чествования педагогов и отличников глава региона вручил благодарственные письма и родителям отличившихся детей. Губернаторские дни золотых медалистов проходят в Новосибирской области в третий раз. В юбилейный для региона год награждения проводят под лозунгом «Гордимся прошлым, создаем будущее». Количество выпускников-отличников в этом году увеличилось. Учебой могут похвастать больше 1300 школьников. Завтра для выпускников, родителей и педагогов пройдет большой праздничный концерт, где еще раз первые лица области поблагодарят их за хорошие результаты и вручат памятный знак «Золотые надежды России». Отрадно, что мы сегодня видим очень большое такое обширное развитие специализированных классов в сельских территориях. И по агронаправлениям, и по робототехнике, и по инженерным профессиям, и многим-многим другим. Яркие примеры есть у нас в многих сельских районах. Поэтому вот это общий наш как бы такой результат, совместный всех. Конечно, первое – это сами ребятишки с этими задатками одаренности. Конечно же, это великий педагогический труд, умение посвятить себя вот ребятам, отдать свои знания, научить их вот мыслить, воспитать, быть готовым к жизни. Ну и, конечно, дорогие родители, это ваш родительский труд, ежедневный, ежечасный. Поэтому вот таким общим результатом мы пошли.